9 специальностей, 32 выпускника и полный зал восхищенных зрителей. Каждый выпускник – талант нашего города. Несмотря на то, что экзамены уже позади, все они все равно переживают в этот день. Настроение отличное, наконец-то все закончится, никаких экзаменов больше, все шикарно. Скажи, пожалуйста, сколько экзаменов и какие ты сдавала, собственно, сколько времени у тебя это заняло на подготовку? Занималась я в течение всех 6 лет, нас подготавливали, сдавала я экзамен по сольфеджио, музыкальной литературе и, соответственно, специальность. У вокала там, кажется, еще какие-то дополнительные предметы, вот. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты в этой музыкальной школе занимаешься? В этой музыкальной школе я занимаюсь 3 года. Но я не только в музыкальную школу хожу. Ну и одновременно в КС-ку школу. Поэтому я умудрялся ходить в музыкальную школу, ну, последний год. Но в это же время я ходил на хор, на сольфеджио, литературу музыкальную. И специально все это обязательно при том, то что... Какой у тебя музыкальный инструмент и что было самое сложное? Флейта. Да. Первые 2 года было очень тяжело. К экзаменам практически не готовился, но сдал все на 5. Как-то само. Это было очень просто. Сначала у меня не прорезался голос, потом прорезался к 7-му году. Все. Родители и педагоги с трепетом относятся к этому празднику. Они знают, с чего все начиналось и когда стал появляться тот самый талант. Поздравить выпускников музыкальной школы пришел и глава города, чьи дети тоже заканчивали эту музыкальную школу. Те дети, которые одаренные слухом, вот пошли в музыку, то им, наверное, Богом суждено и дано этим заниматься. А когда еще вы и любите, и хотите, то вы в 2 раза, касается, наверное, больше чувствуете и культуру, и понимание сознания музыки, природы. Вы можете правильно слушать, правильно воспринимать, и, конечно же, уже создавать цивилизацию нашего общества и нашего государства, и мы этим гордимся. Поэтому я от души хочу, ребята, вас поздравить с этим сегодняшним днем, с днем вашего уже, так сказать, совершеннолетия, потому что вы получаете диплом. Если даже вы еще, может быть, кому-то нет 18, но тем не менее вы получите сегодня диплом уже об образовании. После этого вы можете с этим дипломом уже заниматься творческой музыкальной деятельностью. Приятно, что многие из выпускников хотят продолжить свое музыкальное образование и связать свою жизнь не только с нотами, но и с нашей музыкальной школой. Варвара Можаева, Александр Тестов, новости Лыткарино.